В Красноярском крае увеличилось число погибших от суррогатного алкоголя. По данным Следственного комитета, жертвами контрафакта стали 7 человек. 30 в больницах, из них 5 в тяжелом состоянии. У всех один диагноз – отравление метиловым спиртом. Он, как выяснилось, содержался в бутылках, которые были приобретены через интернет. Причем продавались под маркой недешевого виски. Всего же, по данным МВД, в ходе масштабной операции в российских регионах были изъяты 220 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем. Проверяли магазины, бары, рестораны. Возбуждены 10 уголовных дел.